Один полицейский убит, другой тяжело ранен. Причем стрельбу по ним открыл их же коллега. Все произошло в Москве, около станции метро Рязанский проспект. Как сообщают столичные СМИ, двое сотрудников собственной безопасности намеревались задержать своего коллегу по подозрению в получении взятки у нелегального мигранта. В ответ ППСник открыл по ним огонь. 35-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.